Всем привет, мои хорошие! Сегодня ко мне приезжала дочечка и привезла мне подарочки. Она заказала для меня два приборчика бытовой техники, один из которых я сегодня хочу протестировать вместе с вами. Это ручной пылесос KitFort. Я просила ее по случаю, если будет возможность, заказать для меня ручной пылесос, ну, в основном для автомобиля, и если дома нужно что-то по-быстрому немножечко убрать в каком-то вот месте, да, чтобы не доставать большой пылесос и не распаковывать. Вот такой вот маленький. Ну что, сейчас мы его откроем и посмотрим, что внутри. И всегда первым делом я ознакомливаюсь с инструкцией по эксплуатации, полностью читаю все от корочки до корочки. Так как я торговала бытовой техникой, я знаю прекрасно, что нужно всегда следовать инструкции по эксплуатации. Поэтому всегда я ее изучаю сначала, а потом только начинаю эксплуатировать прибор. В коробке есть инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, гарантия, кстати, 1 год. Ну и здесь есть, можно разыгрывать призы, в общем, поучаствовать можно в розыгрыше. Дальше в коробке есть пылесос с подставочкой. Еще здесь есть 3 насадки. Одна насадка щелевая, одна с щетинкой и другая для сбора жидкости силиконовая. А еще есть крепители, потому что можно подставку базу прикрепить к стене. Здесь есть вот такая база, от которой отсоединяется пылесос. Базу можно установить на стол куда-нибудь. Подсоединить к розетке. Включить. Первое, что нам предлагают в инструкции, поставить на зарядку пылесос. Вот как раз сейчас моргает красная лампочка. Красная лампочка это заряжается. Когда загорится зеленая лампочка, значит тогда пылесос уже заряжен полностью. Ну, а еще я, как человек любознательный, конечно же, решила разобрать пылесос и посмотреть, что там внутри, вообще, как он разбирается и так далее. Здесь есть кнопка включения. Еще есть кнопочка для открывания пылесборника. Вот это все пылесборник. Вот раз. Здесь уже мотор, там аккумулятор находится. А вот это все пылесборник и вот это вот фильтр. Этот фильтр можно мыть, даже нужно его мыть. А потом дать ему хорошо просохнуть и вставить на место. Если он будет забиваться, то тогда будет плохо пылесос тянуть, может перегреваться мотор, он может просто перегореть даже. Ну и дальше вот здесь вот такой резиновый как уплотнитель. Ну, это так, можно сказать, что это фильтр для задержания крупной пыли. И все, вот так высыпали. В общем, все легко и просто. Здесь вся конструкция очень простая. Ставили. Ставили. Все очень легко собралось, все прекрасно вот вставляется и разбирается. Ну, в общем-то, осталось вот сейчас дозарядить аккумулятор
и попробовать его, как он будет пылесосить. Сейчас хочу попробовать попылесосить клавиатуру вот такой вот щеточкой. Щеточка вот сюда вставляется. Вот, ну. Ну, в общем, прекрасно справляется с работой такая щеточка и такой пылесос. Только единственное, что нужно, конечно, компьютер сначала выключить. Он у меня был в спящем режиме и проснулся. Сейчас я хочу попробовать немножечко намусорить. Вот это я рассыпаю гречку. Я посмотрю, насколько хватает мощности этого пылесоса. Сможет ли он ее собрать? Вполне даже справляется. Вот она вся гречка собралась. В общем, мощности хватает для того, чтобы вот это собрать, крошки. Ну, конечно, если там пыль сильно в ковре, то тогда с этой пылью вряд ли он справится, но поверхностную уборку сделать может вполне. Еще здесь в комплекте есть насадка узкая, щелевая. Также она вставляется, и можно в узкодоступных местах, вот в машине, например, в каких-то щелях, поубирать, повысасывать пыль. Есть насадка для всасывания жидкости, точнее воды. То есть там просто никакая попала жидкость, а именно вода. Разрешается до 150 мл. При этом держать пылесос надо вертикально, и здесь есть метка Макси, выше которой, чтобы не подымалось. То есть он всасывает еще и воду. Но для автомобиля просто прекрасный вариант. И, кстати, работает он довольно-таки тихо. Он тише работает, чем мой большой тихий пылесос. Ну и, наконец, я хочу все-таки протестировать пылесос, как он всасывает воду. Ну вот в стакане немножко воды. Ну и все. Теперь мы видим, водичка, вот она. В тарелочке все, уже ничего нету. Ну и хорошо, прекрасно. Пойду водичку выливать. Ну что, мои хорошие, в общем-то тест прошел успешно. Хочу вам сказать, я довольна вот этим пылесосиком. И буду им убирать вот в машине. В первую очередь для машины я его брала. Ну и так вот, в принципе, по дому, если где-то что-то по мелочи, мне он очень даже нравится, очень даже подходит. Он даже превзошел все мои ожидания. Кстати говоря, водичку я сейчас вылила, достала фильтр, а он совершенно сухой. Ну, немножечко пыль на него уже присела, так как я тут чуть-чуть попылесосила свой ковролин. Но он абсолютно сухой, он даже не намок. В общем, замечательный пылесос. И мощность вполне нормальная. И по громкости он тихо работает. Очень такой вот прекрасный. Ну а на этом я хочу свое видео закончить. Внизу я оставлю ссылочку на Kitford,
Заходите, смотрите, там много всякой разной бытовой техники. И цена, кстати говоря, радует. Цены ниже, чем в магазинах. Качество этой техники хорошее. Мы с дочкой уже давно приобретаем технику в Китфорд. Нам нравятся цены, нам нравится качество техники. Пока что она нас не подводила. Поэтому я вам советую, приобретайте смело и пользуйтесь. Но обязательно следуйте инструкции, не делайте никаких ошибок по эксплуатации. Всем, кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!